По сведению представлено проект эко-робот Дианы. Поехали! Этот проект эко-робот – это робот, который я буду выпускать. Эти роботы будут по всему миру. Они будут… Это как бы океаны, которые очень загрязнены. Этот робот будет забирать эту грязь и будет отправлять на завод. Там эту грязь он будет выкладывать, оно будет проходить через комнату, где установлен такой как взыматель мусора, и будет все это в маленькие кубики, это все сжимать. Эти кубики можно будет перерабатывать и сжигать уже без вреды для окружающего мира.